Фракция «Запчел» подает поправки к закону о регуляторах общественных услуг. Мы уверены, что рост тарифов на коммунальные услуги можно реально остановить. Мало того, эти тарифы можно снизить. Именно для этого идут наши предложения, и суть их заключается в том, что мы предлагаем снять гриф секретности с той информации, которая становится основой для формирования тарифа на коммунальные услуги. Сейчас любое предприятие, поставщик коммунальных услуг, может сказать, это коммерческая тайна, мы не разрешаем эти данные публиковать. В многих западных странах эта информация является открытой, потому что общество имеет право знать, за что оно платит. Мы уверены, что опубликование вот этих данных приведет либо к остановке роста тарифов, либо к его существенному снижению.